снять. Вот это. Снимет. А здесь нет. Все, спасибо. Я вот этот момент все спросила. Платят 100% в месяц. Люди должны об этом знать. Да? Это да. Участвуйте в акциях. Надо показывать народу, что МММ живет и здравствует. Привет Сергею Пантелеевичу. Да? Привет, привет. Флешмоб небольшой, вот, к нам даже подошла администрация, но с требованием, что нельзя, мол, типа флешмобы проводить в торговом центре. Но правда такова, что вот Кирилл у нас знает законы. Любой магазин, торговый центр является общественным местом, то есть в общественном месте вы можете снимать кого угодно, что угодно и как угодно. Конечно, тем более читать газеты. Если они вам попытаются что-то запретить, то это уже распоряжение чужим имуществом, как бы уже статья для них уже идет, не для вас. Естественно, если они вам говорят, что прекратите съемку, то вы уже снимаете даже не общественное место, а уже правонарушение, потому что они не имеют права запрещать вам снимать, и вы снимаете то, что они вам запрещают. Такой каламбур небольшой, но оно так и есть. Здорово. Так что смело участвуйте, делайте рекламу системе, да. Массы. Да. Отлично. Дмитрий, как тебе флешмоб? Отличный флешмоб. Призываю всех в очередной раз к активному участию. Если каждый участник наденет футболку МММ и выйдет на улицу, просто люди, масса людей увидит, сколько много МММщиков, и 100% будет платиться все всегда. Отлично. Вступайте в МММ, получайте 100% в месяц, получайте 5% реферальный бонус. Помните, МММ – это лучшая финансовая идея нашего времени. Нет, я хочу.
Василий, может быть, вы пару слов тоже поделитесь, как вам участие? Это первая ваша акция, да, с нами? Да, первый раз я в акции принимаю участие. Отлично. Сейчас поедем кататься на Мавропробег с флагами еще, да, по городу. Тоже будет много хороших впечатлений. Да. Понравилось? Да. Ну, отлично, отлично. Павел? Было все успешно, миссия прошла успешно. Всем все понравилось, ну, за исключением там, администрации. Но мы не обращаем на это внимания. Главное, чтобы люди были. Конечно. Пожалуйста, тоже можно попросить. Я могу сказать, что я первый раз участвую, но очень понравилось. Всем все платят, действительно, это доказано. Деньги приходят в том, как вы положили, приходят в том количестве, как вы попросили. Люди помогают, все работает. Люди, вступайте в эту организацию. Очень, очень хорошо. Да, наше сообщество, народное, да, сообщество. Да. Ну что, Михаил? За нами правда. Да. И победа, и правда? Победа. Это точно, да. Вот, смотри, тоже на нами что-то победа. Ага. Виктор, пару слов. Какие пару слов? Сейчас поедем дальше. На Мавропробег, да. На Мавропробег, и тогда уже, да. И всем людям расскажем, что такое. Да, ты, кстати, пришел в систему благодаря Мавропробегу, да? Ты видел, видел, как мы ездили с флагами год назад. Первый раз год назад, как это все один проходит. Раз видел или нет? Мы катались каждую неделю. Нет, видел один раз. Но заинтересовало, да? Но заинтересовало. Хорошо. Наличие в городе МММ. Отлично, отлично. Спасибо. Представитель города Новохоперск, да? Да. Точно. Будем продвигать и в Воронежской области. Все у нас честно, правда. Отлично. Спасибо.